Послушайте, о чем вы? Саня, подожди, представьтесь. Кто вы? Покажите документ, что вы имеете право мне что-то говорить. Прекрасно. Что дальше? Еще раз посмотрите. Что дальше? Руки уберите. Я вам просто покажу, чтобы вы бачили. Вы как себе представляете военную атрибутику без знака различия? Подождите, это мне тоже заборонено? Вкладе медали, вкладе партнер, а фотокарда, это заборонено. Сударыня, Саня, помолчи. Сударыня, пройдите на мост Патона, вот там на каждом пролете звезд, и снимайте. Вы понимаете, что вы мне сейчас говорите? Нет, вы не понимаете. Вы не понимаете. Вы не понимаете. Какую? Какую? Я вам сказал, приедьте на мост Патона. На мост Патона. Там все ваши зирки. С молотами и серпами. Закон Украины про декоммунизацию. Символика на данный час заборонена. Будь ласка, выполните законодательство Украины. Я выполню. Я выполню. Я вас уже прошу, я вас попереджаю. Давайте мы. И что вы мне сделаете? Что вы мне сделаете? Складывайте административный материал. Складывайте. За что? Если вы не снимете всю карту, я сниму берет, чтобы вы спокойно спали. Вас устраивает? Я буду спокойно спать. Все. Да нет. Сейчас сделали так политику, чтобы мы ведем на уничтожение Украины. Мы 6-й год строим Небесный Иерусалим. Почитайте, уже карта есть новая. Небесный Иерусалим. А мы пришли к памятнику на День Победы. Бессмертный полк. Да. Мы вдвоем бессмертный полк. Говорят, да. Что бессмертный полк — это акция, которая солнце. Мы вот вдвоем с гвардией по полковникам бессмертный полк за всю страну. Почитаем память всех погибших наших предков, отдавших свои жизни за то, чтобы мы сейчас ровно стояли на ногах. Не были навозом и гноем. И вот лицемерными, как вот эта дама, которую трусит. Понимаете? Я не знаю, кто она там, полиция или кто. Надо всегда оставаться человеком. В Берлине, в побежденной столице, стоит памятник советскому солдату, который чистят, за ним ухаживают и смотрят. Вот это показатель цивилизованности, культуры, этики и уважения. Понимаете? А все что бессмертный полк — это акция, которая финансируется Россией. Поймите, есть веление души, сердца. Ничем не финансируется. Вот я пришел, простой человек, купил за свои деньги цветы. Кто меня чем финансировал? Я каждый год прихожу, у меня два деда погибли в Отечественную войну. Я сам воевал. Это моя святая обязанность. Прийти, почтить память на 5 минут. Все, на 10. Понимаете? Вот. И страна на ненависти и на злобе не построится. Вот когда эта дама поймет вот эти простые вещи. Понимаете, можно звезды поснимать. Она не поймет, у нее другой град. А из сердца, из души у народа. Вы не вымете, потому что мы своих детей учим вот этой памяти. Понимаете? Любви к родине, к Украине, к памяти. К Ожедубу, к Ковпаку. Вот к Кудре Ивана. Сейчас Макеина там, да? Который ничего ровно счетом для страны не сделал, в отличие от Ивана Кудри. Пошли, все. Он носит рук вьетнамских детей. Друзья мои, с праздником вас! Здоровья вам, счастья, успехов! И помните историю своей страны. Хорошая она или плохая, она разная. Франция 300 лет празднует праздник французской революции. День взятия Бастилии, да? Очень спорный праздник. Там очень много роялистов, монархистов. Приверженцев монархии. Очень много республиканцев. Но люди выходят на национальный праздник. Вся страна выходит на улицы и празднует. Без вражды, без разговоров про что-то снять. Понимаете? Вот и все. Барышня, вы завод построите в стране, а потом говорите мне, что снимать. Или рабочие места сделаете. Да не, они сделали... Все, пошли. Мы можем пройти? Спасибо. Пожалуйста, полтора метра держите. Разойдитесь. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Где полиция? Почему здесь скопление людей? Пришла в конце. Почему здесь скопление людей? Очередь. Мы всех попереджаем. Вон машина громко. Киев освобождал, понимаете? Вы не заберете, не пилоты не ставите. Вот это, а? Нет.
Ленечка через рамки символику.